Добрый вечер, привет, привет, привет всем, добрый вечер. Меня зовут Женя, давайте познакомимся, да, и мое имя Евгений, с древнегреческого переводится как «благородный». Да, вот единственное слово, которое я встречал в паре со словом «благородный», это «олень». Вот. Знаете, я не такой, вот знаете, вот вчера играл со своей девушкой в «Что, где, когда» на раздевание. Да. Вот, узнал, что у нее, оказывается, есть интимная татуировка, да. Странно, она 2 года ничего не говорила. Вот. Если вам интересно, у нее на плече бабочка, вот. Слушайте, у меня недавно друг подарил своей девушке 6-й iPhone, да. Причем он с этой девушкой знаком всего лишь неделю. Я спрашиваю, почему iPhone? Он говорит, ну, это идеальная вещь. iPhone — идеальная вещь. А я вот не согласен. Согласитесь, вот iPhone каждый год меняет свой дизайн. Вы знаете, что идеальное в мире, самое идеальное в мире? Это лопата. Знаете, вот лопата вообще не меняет свой дизайн сотни лет, да? Нету лопаты 6S, да? Никто не говорит, когда видит у девушки лопату, вот насосала. Вообще странное достижение — насосать на лопату, да?